3-0. Что? 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 Что?
Thank you.
Я не купил ничего на его треке, который я говорил. Да, 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 сейчас мы делаем. Сейчас я думаю, сейчас сыграем. Либо он спал. Вот что фан, когда он... Короче, в августе я прыгаю на вопрос. Вот из меня будет дом. Какой счет? Какой счет? Сложно, что
чаю. Оно сейчас стоит как-то дорого. Зачем? Нас спасет. Ты сейчас забил или? Нет, ты сейчас забил. Значит, 5-2. Thank you.
Thank you.
Забегать, не лениться! Как у вас дела? Я говорю, ругаюсь с Максом каждый день. Ну как, не ругаюсь, пытается зачем-то все тащить на себе, находится территориально в другом месте и... Я этого не понимаю. Ух ты, Алена Ваут может попасть. Давай за нас! Там у нас все будет, да нет вопросов. Там все упражнения, по сути.
Ну там очень хорошо. Саша! Ну там кто-то хочет. Чуваки такие на пенсии. Ты еще выпрыгиваешь, да, не вопрос. Все было, да. Потом я звоню. Они там, знаешь, я смотрю, мне кажется, нам нужно у Алены уже брать уроки одиночки. На все попадает. Вот у Алены не хватает сил, да, беда, вот у тебя вот это. Thank you.
Как-то. Сколько мне тоже касалось. Мне попало. Я звоню в 7 рядом. Ну, видимо, они на кого-то бронируют, вот. Ну, видимо, на кого-то из профессионалов, там, без меня, ну, из ваших. Вот, а я это еще не вошел в линию. Ну, я просто мало покупаю, все это, поэтому не могу. Я бы просто ты стал звонить раньше, а не взял трубку. Я вам объясню, сейчас ребята, и если с 15 ты приходишь, ты заведомо снимаешь площадку. Я как соседи вам ездил, забивал. Вот, в четверг приезжал. А почему я не беру трубку раньше с 7 тогда? Все правильно, 7 тут можно забить. А я в четверг специально приезжал, чтобы забить воскресенье, все. Тяжелый. Какой счет у вас?
Алена все попадает. Машина сегодня катается по очереди. Я очку. Слышь, какой номер?
стик ИИ, типа, ага. Я все позвоню. О, себя главное стереть оттуда, и все, все остальное. Ну, ты его нормально. Потому что физически, в принципе, меня найти невозможно. Ну, то есть я живу там, где, знаете, сразу даже могу стереть. У меня прописка на дом с кусом. Thank you.
сотню подкатывает, это уже так уже Правильно. Действительно,
специалисты, да? Два часа ты не можешь найти себя. А я сам как смотрел ходить с гусиным шагом, чтобы потом жрать был когда-нибудь. Попадает.
перелетает. Под право. Я-то хоть под левый ему лячу. По диагонали. Саша, тоже нормально. Костя. Костя, все правильно. Все, счастливо, до свидания. Давай бегай, Грифей, ничего. Она старит у вас практически. Есть.
Yeah.
Девчата! Thank you.
Алён, представь, что ты бегаешь с двумя 20-литровыми бёдрами. Будет лететь. А я после такой игры, мне сразу можно скорую вызывать и увозить меня потом. Thank you.
Так и ей было удобно, Олег. Так и Алене было удобно. Одиночка это про умение не бить снэш тогда, когда очень хочется. Thank you.
вот скоро. Вот тебе скоро. Ты устал? Ну, я... Я почему-то, когда с собой я играю, мне в конце второй партии у меня аж глаза в темноте начинают. Я очень слепо. А на самом деле, с чем я Максима соглашусь, ты очень часто бьешь смэш. Центр. Я бы даже сказала, я не подготовлена. Типа из очень глубокого, например, задней линии никогда смэш не бьют, в принципе. Типа из позиционной смэш просто ударил, идешь дальше. А ты складываешься по силе прямо. И из задней линии, как бы я аккуратно чаю подсветку, просто нереально бьешь. Бьешь смэш, чтобы лупануть. Ну да. Смэш против смэш. Вы думаете, что вы забиваете, а он пока до центра долетает, он останавливается. Да еще и в центр. А, ну, дорогие, для тебя быстрый сид, для принимающего он медленный. Ну да. То есть ты на следующий не успеваешь. Вот эта ситуация, когда ты пробил и все, вот пошел там, за медальками, а... Накинулся, нет. Ладно, ладно. У меня просто плохая ракетка. Вот если бы у меня кровоточка была бы охрененно, взяли бы мой смэш. Я не вообще. Где моя кровоточка? У меня сил явно меньше. Конечно. Ну ты хорошо меня раскидываешь, что? Нет, стараюсь. То, что Максим говорит, да, ты тут делаешь. Кто кого, либо я тебя, либо ты меня. Ну, вот у меня мастерство очевидно меньше. Ну. Только я ниже и концентрирован. У меня есть 200 тысяч. Ну чё, повыше чуть-чуть. Аут! Вот такой. Вот это наша тема. Два, три. Бадминтонисты полуношники. Это все из-за кроссовок. Я бы давно убился по таких уже. Я после первого розыгрыша в этих кроссовках уже где-нибудь уже скоро приехал. Ты перемотал мне ноги. Может быть, отпустил.
Опа. Последний раз. Зачем, Константин, зачем? Очень красиво.
Давайте, что это? Я помню, когда-то дома.
Я выжил.